Операция «Идентификация» в Германии разработали программу, которая определяет, из какой страны прибыли беженцы. При помощи анализа речи и даже интонации. Как это работает, расскажет Татьяна Лагунова. Компьютерные технологии на службе у миграционных ведомств. В Германии разработали специальную программу, которая позволяет проверить, откуда на самом деле прибыли беженцы. И не врут ли они чиновникам, чтобы получить в стране приют. Программа работает таким образом. Соискателя убежища просят назвать страну и регион, откуда он прибыл, и произнести несколько фраз на арабском. Все это записывают и заносят в базу данных. Программа анализирует интонацию, лексику, акцент и определяет, соответствуют ли языковые характеристики беженца названному региону. Разработчики программы уверяют, она работает практически без сбоев. Но в спорных случаях результат дополнительно перепроверяют лингвисты. Новая технология позволит выявить людей, которые попытаются нас обмануть и получить право на пребывание в стране мошенническим путем. Мы не просим многого и считаем, что люди, которые хотят получить у нас приют, должны назвать свое настоящее имя и родную страну. Обмануть миграционные службы беженцы пытаются нередко. Чаще всего выдают себя за сирийцев, чтобы гарантированно получить убежище в Германии. Только в прошлом году немецкие силовики выявили 1500 переселенцев, которые соврали властям о том, из какой страны приехали на самом деле. Татьяна Лагунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер.